вам. Произошло он из-за того, что это размыло карстовых пород. Сверху породы, которые находились ближе к поверхности, были намного прочнее, чем породы, которые находились ниже. И вода вымывала более слабые породы, и породы, которые находились ближе к поверхности, просто под своей тяжестью обвалились. Если кто-то волнуется, что на них может что-то упасть, не зря волнуйтесь. На вас может упасть капля воды максимум. Больше на вас ничего не упадет. А почему? Потому что форма потолка имеет куполообразную форму. Или как по-другому можно сказать, арка. То есть это самая крепкая форма. То есть пещера дошла до той кондиции, когда она уже не должна... Вадим. Если вы посмотрите сюда, то увидите ту корову, которая разбила здесь свою мутную молочку. Да, корову видишь? Смотри, видишь, там глазик? Носик, темненькие. Видишь? А вот ручки, два вот так вот торчат. Все, забирай.